В новых детских садах Барнаула в этом году появится почти 2000 мест. Об этом сообщают журналисты «Комсомольской правды» Барнаул. В 2019-м откроется 5 садиков. И дефицита в профессиональных кадрах не будет, заверяют специалисты Комитета по образованию. Известно, что уже ведется работа по комплектованию строящихся детских садов. В общей сложности планируют трудоустроить более 400 человек. Подробности на «Комсомольской правде» Барнаул. А журналисты информационного агентства «Толк» сообщают о том, что алтайские ленточные бары собираются выделить в отдельный лесорастительный район. Уже с 15 марта будет введен мораторий на вырубку в 3 заказниках края. Еще некоторые территории планируют сделать зонами особой охраны. По заверению специалистов лесного хозяйства, например, сосна – это дерево, которое практически не восстанавливается без вмешательства человека. Как и почему необходимо беречь лес, читайте на «Толке». Старинную усадьбу в Барнауле снесут и построят на ее месте здание прокуратуры. Об этом пишут корреспонденты московского «Комсомольца» на Алтае. Такое решение приняли на одном из градостроительных советов. Двухэтажное строение на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской уже давно в аварийном состоянии. Бывшая усадьба купца Михайлова не имеет статуса объекта культурного наследия. С этим не согласны активисты. А вот какие меры они будут предпринимать, чтобы сохранить здание, читайте на московском «Комсомольце». Между тем, в Барнауле построят канализационный коллектор за 200 миллионов рублей. Об этом пишут аргументы и «Факты Алтай». Сообщают, что он улучшит экологическую обстановку в 2 барнаульских поселках – Лебяжье и Центральный. Протяженность коллектора 11 километров, а вот когда приступят к его строительству, пока неизвестно. О набийском рабочем можно узнать, сколько будет стоить летний отдых в детских лагерях Наукограда. Родителям советуют поторопиться. На самые популярные смены в «Ракете» и «Лесной сказке» путевок уже нет. К тому же порядок на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в этом году изменился. Что нужно сделать, чтобы летний отдых ребенка был насыщенным и безопасным, узнаете из статьи на «Набийском рабочем».